Тоже мы продолжаем. Мы продолжаем печальные наши выживания. В принципе, если учитывать, что я толком... собачка, а ну куси ее. Терьер, съешь его. Да. Ха, молодец. Ну, учитывая то, что я не играл в нее черти знает сколько, там, с 12-й версии я не смотрел, то не мудрено, что у меня происходят такие штуковины. Ну и время выбора персонажей я не досмотрел. Негативные реакции. Соответственно, так, стрелок. Куда ты хочешь идти? Сажать, да? Окей, согласен. Рубит дуб. Зачем ты рубишь дуб? Он мешает тебе строить? Точно. Так, хорошо. Сеют, засевают. Медведь, уйди. Ты меня раздражаешь. Паша. Паша. Сбор. Вот сбор. Садовод. С диких растений. Ага, вот так. Фермер закончит и... Вот давай так. Вот и побежал сразу. Собирать. И он единственный носильщик. Вот в этом проблема великая. В этом есть реально великая проблема. Стрелок сделала хавку. Это вот тут она может носить, когда она будет делать хавку. А просто носить она не может. Значится. Нелогично. Терьер, бог с ним. Так, сколько у нас этих ресурсов? 3 рациона, ну окей. Вот это. Паша куда идет? А, ладно, это тоже сюда, окей. Паша, вот работать над могилой, пожалуйста. А теперь, да, молодец, ты сам понял все. Ты все понял сам. И, ну что делать? Так, опа, кто такой Ико? Пополнение. Житель прибыл и решил присоединиться к поселению. Его зовут Ико, и она тестер. И это она. Персона, у нее есть дубина. Она кулинар, она фермер и она искусство. О, это прикольно. Так, пока что я девушек не называю именами подписчиков, пока мы не определились, согласны вы это или нет. А единственное, я ее переименую из ИКО, я переименую ее из... Что-то у нас с готовкой связанное. Кулинар. Будет руна кулинар. И для нее работа будет повар, фермер, художник, хрен с ним, то потом. А, носильщиком она не работает, ученый, окей. Вот это вот так. Вот так вот даже сделаем. Надзор пока у нас нет. Повар будет она. Стрелок будет охотником. Так что это брямкнуло. Мало пищи. А мы занимаемся этим. Мы занимаемся этим. Что было много. Заблокирована крышей. Вот здесь. Ну вот то, что я говорил. То есть эта штука перестала работать. Разобрать ее надо будет. Так, кулинар пришла. И хочет поспать. А нет, хочет покушать. Ага, будет собирать сейчас. Куда она пошла? Что ты делаешь? А, это наш приручитель второй. А что, ты приручаешь еще? Животные. Хм. Ну ладно. Не приручила.
употребить туши невозможно похоронить. А как бы ее забрать? Что-то она там делает. Что-то я не понимаю, что они бездельничают. Так, посещает могилу. Во. Так, разбирай, Паша. Разбирай этот гребаный турбин. Так, и тогда я знаю, где у нас будет свободно. У нас свободно будет над фермами. А раз так, значит, надо здесь все срубить. И над фермой поставим. Здесь вот так вот. Вот так. Все. И Бабулех побежал. Ой, извините. Ошибочка вышла. Паша побежал. Так, у Паши есть пистолет. Так, стоп, кулинару давайте А, у нее дубина есть, нормально. Что-то как-то жжет такой странный малиновый с серым пересечением. Электричества нет, почему? Ага. А вот так. И вот так. Я понял. Тут хотя бы батареи есть. Поэтому работа. Тут сейчас все попортится нафиг. Внутри 19, снаружи 18. Ой, сейчас все испортится. Сейчас все испортится. Так. Че ты на открытом воздухе спишь? Странные. Так, здесь область склада вот этого. Во. Давай, готовь. Носишь тут все, носишь. Снаружи 16, внутри 5, 4, 5. Так, ну зато заработал. Опа. Что-то там было такое. Так, охотник наш. А ну-ка давай на охоте. О. А ну-ка охоте на вот это вот животное. Одомашнилось. Это животное белка, теперь питомец поселец. Она получила кличку Белка 1. Перейти к месту. Где она? У меня вопрос. Каким это образом белка вот отсюда одомашнилась аж вот сюда? Вот как? Фиг с тобой, белка. Так, будем охотиться. Опа. Пюм. А, кого еще тут можно? Это что такое? Сталь. Забрать. Вот черепахи, мы их потом приручим ради яиц. И что, больше пока некого стрелять у нас в округе? Ну ладно. Терьера нашего завалить. Завалили, не? Вы бы еще дальше подошли. Сейчас еще и попадете. Ух ты, косолапая. Ура. Кто это? А. На этого опоссума, у этого. Ракун. Ух ты, мазила, Паша. Один без дела. Стрелок. Почему? Что с этим? Мертв 2 дня. Присутствует часть тела 25. Гниет. Ну и хрен с тобой. Что с вот этим? Стрелок. Оружие размещить. Так. Черепаха. Он. Приручить. Если ты так. А мы не можем, да? Ну и ладно, отменить. Так, стрелок. Кто ты у нас? Я пока еще не привык. Общение, ближний бой, стрельба, ремесло. Горное дело. Пилите, Шура. Раз вы горное дело. Приказы. Копать. Куда ты пошла? Копать иди.
Копать залежи стали. Что ж вас пока носом не пхнешь, вы же ничего делать не будете, а? Это какой-то ужас. Так, я бы еще, честно говоря, расчистил бы вот это вот. Тут бы уголки подровнял. И вот... Не-не-не, не так. А вот так бы подчистил. Что у нас тут получилось? Паша тут, короче... Перенести сталь. Перенести сталь. Давай, Паша, не сычкуй. Тебе надо деревья рубить. Давай. А что у нас на ферме? Растет на 29%. Кто там бамкает? Так. Все бамкается, нормально. Опа, стоять, атака. Враждебные пираты из дымчатой сплиттер расположились поблизости. У них уйдет какое-то время на подготовку перед атакой. Подготовьтесь к обороне и нанесите упреждающий удар. Или... Один или сколько у вас? Один с другого края карты. Ох, у нас гор сколько, а? Тут просто простор. И пока он обойдет, вот здесь он может пройти. Ну ладно, пока пускай будет так. У нас есть чем заняться. Еще пока. Пока он добредет, дойдет пока. И все будет. Пашка пока рубит. Простор, красота, окружение, сытость, отдых. Открыта область. Стоять. Где? Где она? Непонятно. Ну да ладно. Главное, что пока... Где этот атакующий? Где он? А кто вот этот такой? Лев? Мега... Ух ты, какой прикольный. Так, один без дела. Кто без дела? Паш, ты куда бегал? Кулинар без дела. Хавки нету. А давай мы, кулинар, знаешь, что с тебе сделаем? Мы тебе сделаем еще одну область посадки. И сади-ка ты туда кукурузу. Да? Да, молодец. Так, где этот охламон? Вон он, таклер. Эй, мистер Таклер. Так, Паш, по-моему, ты нормально нарубил. Так, пираты с дымчатой сплиттер начинают штурм. Ну, давайте следить за ним, где он там. Бежит, 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 бежит. Чтоб ты устал по дороге. Так. Теперь всех к бою и... Куда? И вот куда-то сюда сейчас. Опа, а теперь пауза. Узкий проход. Кто у нас тут самый стрелок? Вот ты у нас самый стрелок. А давай-ка мы тебя сейчас вот сюда вот поставим. Пашу с пушкой мы поставим сюда, а тебя вот сюда. Ты там с пушкой, мы тебя сейчас немножко... Вот этот проход, кстати, классный. Он защищает практически вот эту всю... Точнее, вот эту всю долину. Вот. То есть, можно будет пройти только отсюда, по сути. То есть, вот эта вот дырка классная. Ее надо не разрывать будет. Стрелок. Атакуй. Стрелять в Таклера. Эй, зараза. Давай. Отлично, и убежала. Кулинар. Ближний бой с Таклером.
Паша. Стрелять в таплер. Стрелок, стрелять в таплера. Пяу! Пяу-пяу! Стрелок не хочет. О! Еее! Шо мы его ввалили? Сражен. Кто он у нас такой? Стрелок. Ремесленник. Медицина 10. Давайте-ка мы его приберем к себе. Так, R. И сделаем на... Ага, угу, ага, угу, угу, ага, угу. Их, тюремную бы камеру ему. А что если... А где тюремная? Спальный мешок. Давайте себя вот сюда вот положим. И назначить заключенным. Во. Так, у стрелка что там стоять со здоровьем? Ушиб, шрам от царапины. Ушиб, шрам от царапины. Это мелочи. Шрам от колотой раны. Это было раньше, я так понимаю. Стоять, стоять, Паша. Построй, пожалуйста. Убрать щебень. А построить почему? А, то есть, в смысле, я его уже просто положил. Кулинар, а ну-ка, захватить. И это тоже потом на склад перетащить. Спасибо, Паша. А, все, отлично. Теперь мы его... О, хорошо, у нас тут его приложило. Давайте мы его полечим. Что мы с ним сделаем? Вербовать. Ну вот как-то так. Кто у нас тут главный надзиратель? С хорошим скиллом 11 из 20, 9 из 20, 4 из 20. Паша, твоя работа будет гестапо. Стрелок, министр полностью исцелен. Отлично. И я надеюсь, кулинар тоже. Ушибы заживут, это мелочи, честно, ну реально. По себе знаю. А это кто? Индюшка. Индюшка. Квак-квак. Таклер-пират снова сможет ходить. Отлично. У тебя даже камера большая. Склад называется. Но битый ты, парень. Так, Паш, а давай мы, наверное, вот, кормить, разговаривать, оказать помощь. Ага, стрелок кулинара полечит. Так, кто у нас самый медицинский у нас кто? Ну, по факту Паша и получается. Ладно, ну, окей. Полечили его, да? Полечили, по-моему. Пистолетка, если не удачно. Так, слушай, давай, стрелок, не лечи его, а иди занимайся ахохотой. Ахохотой, например... Вот иди сюда и подстрели мне вот этого кабаня. И тогда мы у тебя работу врача снимем. А охотник ты будешь первый. Нет, ты не хочешь? А что ты не хочешь? А, пациент, вот еще. Пашка, ты где? Нет, Паша, ты не трогай. Иди сюда. Убрать кровь. Хоть что-нибудь сделай, лишь бы не ходи туда. Так, стрелку бы отменить вот это вот. Так, хорошо. Вот так. Во. Теперь.
Таклер уже использует кулинар. Что там кулинар уже придумал? Ты лечить его собралась? Не, дорогуша. Так. Вот так. Ты идешь, готовишь еду. Замри здесь. А Паша идет. Оказывать помощь. Вот так. Все. Теперь что хочешь, то и делай. Иди вон. Кукурузу сажай. Что тут будет сейчас? Слушайте, с такой стрельбой хорошо, что у нас патроны бесконечные. Так, похавает его сейчас он. Слабость, так, ну нормально, уже не критично. Уже не критично. Все, шрам от пули, ушиб, пулевое ранение. А, вот надо полечить еще позвоночник, ушиб. Да, слушайте, мы его, конечно, тут разделали хорошо. Так, энергии у нас, в принципе, хватает. Не вижу смысла пока строить ветряки. Тут ковыряем, что это у нас такое? Металлолом. Вот тут вот, о, дубинку забрать надо. Качество 14.40. Ладно, пусть лежит. Пусть лежит. Как заставить хавку готовить? Комбико разделывать ту. Вот. Бесконечно. Вот. Мы должны это на мясо были переразделить. О, ура, пошло дело. Забыл. Так, куда звук пропал? Эй, у меня звук пропал. Рекрутмент 8.1 фейл. У меня звук пропал. Все, подождите, может у меня колонки? Нет, звук пропал, реально. Так, хорошо. Мяско готовят. Хавку готовят, рациончики появляются. Мясо у нас 4, 15, 22, 25 рационов в сумме. Это не может не радовать. Давайте это пока. Ну, давайте так, до 20 доведем. Или там хотя бы до 10 на койку. Так, металл. Металл есть. Металл есть. А, это у нас свалка, вот что. Вот поэтому они сюда и тянут эту всю хрень. Все понятно. Хорошо, стоять. А что у нас с производством разделочной? Портного, швейная, электроплита нету. Топлива, точнее, есть. Простой исследовательский верстак. Давайте, наверное, мы его вот сюда поставим. 100 железа недостаточно, а вы соберите. Таклером общаются. Вы соберите вот это железо и сталь, и все будет хорошо. Вот. Вот сталь начинает носить. Сразу все будет такое. Плохое настроение у кого? У стрелка. А чего? О! В темноте. Невзрачность. Колонист дает. Плохое самочувствие. Ужасное место. Стрелок. Иди спадки. Есть куча хлама вон внутри, гляньте. Кожа крысы. Иди, иди, иди спадки. Все, пусть настроение растет. Очень низкие ожидания. Новое поколение, поселение, новая надежда. Отдых, настроение. Это что за привидение? Так, ну настроение у нас не гуд на самом деле. Вообще спальня, легкая боль. А чё ты болишь? Торс, шрама, цара. Эй, мелочи. Затмение. А что затмение дает? Один из спутников этой планеты занял положение на орбите против звезды. Начал затмение. Ага, темнота, да? То есть поэтому им и не нравится, что темнота. Грузовые контейнеры. Где, 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 где? Ой. Ой. Далеко. Что это? Гранитные блоки. Ну, или они должны только упасть.
Тут хлам, металлолом, металлолом. В принципе, гранитные блоки — это не супер-мега вещь, которая нам нужна сейчас. Вот честно. Хлама у нас хватает своего. Так. Таклер, иди спать. Кулинар. Ох же ж ты размером, кулинар, ё-моё. Стрелок похавал и пошел куда? Гуляет. Поправляй свое настроение. В темноте колонист. Да, чё б тебя, еда на земле. Ага. Так. Расширимся. Тогда, раз мы здесь ветряк убрали. Эх, жалко ему тут. Ладно, тут могила. Неверно я все совершенно сделал. Вообще неверно. Тут все так тесно. Мебель. Стол и стул. Сколько надо? 95 стали. А деревянный можно? Можно. Деревянный 50. А этот деревянный будет 95. У нас есть большой стол. Тут рядом сталь. Тут рядом уран, чтобы им было веселее. Стол под открытым небом где-нибудь так, чтобы можно было садиться и кушать. Тогда давайте сделаем маленький. И стульчики из древесины сделаем. Бяум-бяум-бяум-бяум. Вот так. Стрелок, не хочешь поработать? Каменный карьер. Два человека. Нифига себе, бежит в оббег. Так, Паша понес. Паша понес. Так. Повар. Надзор. Один. Врач. Пациент. Пожарный. Садовод. Ты единственный садовод у меня. Господи, на тебя вся надежда, чувак. Это. И дубину принес. Ой, вот это я, наверное, не оставлял дубину. Хотя. А что ты рацион сюда принес? Нафига? Приоритет максимальный над едой. Вот. Извините. Угу. Так, все. Давай, строй. Брям-брям. 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 Отлично. Все, теперь вы сможете кушать в дубах. О, собачка тоже кушает. Потребляет наши рационы. Так, ну Пашка пока... А, у нас же темно все до сих пор, поэтому энергии падает. Ну ладно. Вот, стрелок сейчас закончит. Отлично. Гости, стоять. Перейти к месту. О, вопросик. С этим можно будет уже как-то повзаимодействовать. Пусть придут сначала. Исследование теперь. Вот теперь смотрим. Обработка камня. Outdoors. Pemmican. Это что такое? Make Pemmican. Preserve Moisture. Meat and Plant. Matter. Bed. Long time wait for traveling. Ага, это какая-то хавка. Дьяволитник. Это что? Сажать дьяволитник. Медленно растущий гриб, который можно изготовить ценное растительное волокно. А что оно дает? Непонятно. Цветное освещение. Освещение нафиг. Ковка. Позволяет строить наковальни для изготовления металлического оружия и инструментов. О! Вот это хорошо. Микроэлектроники. Требуется исследование electricity. Оно уже, наверное, есть. Изучено. Electricity. Да, есть. Основа работы с тонкой и сложной электроникой, что означает, значит, так, знание открывает высокотехнологичный исследовательский верстак, консоль связи, также другие проекты, как телевидение, контейнеры, криптосна. Попозже. Пошивка ров, механика. Оружие, оборудование, мертвые механоиды. Отлично. Взрывные, зажигательные, электроплавка, минометы, обработка камня. У нас здесь камня много, давайте обработку камня сделаем. И теперь работа ученого для стрелка будет самой приоритетной. Ну, кроме пожаров. И строительства, да?
Да. Ну ладно, сейчас закончит. Это бы убрать то, что под ней. Обломок известняка. Давайте мы расширим нашу область свалки. Чуток. Вот сразу в нашем зале. Вот, хотя бы из внутрянки поубираем всякую гадость. Так. И тут ничего. Села, посидела. Опа. Ага. Это ребята идут. Так, Паша. Паша. Торговать. Ты у нас тут самый продвинутый. Медикаменты, компоненты. Теперь разобраться, кому чего, кто. Серебро у нас 800. Это мое. Это их. Простое блюдо не надо. Компоненты я возьму. Мы им дадим 75. Медикаменты я возьму все у них, что есть. И все. Отвратный дробовик брать не буду. Принять. И все, ребят, спасибо. О, компоненты. А, ну да, это же я наторговал только что ими. Паша за хавкой пошел. Покушал за столиком. И тебе от этого, Паша, должно было стать легче. Ну, во всяком случае, не минус 5. Вот оно растет в плюс. Стрелок. О, тоже в плюс двинулось. Ура! Ну, наконец-то. Так. Что у нас тут колосится? Кукуруза. Паша, бумчик. Бубумчик. Давай. Шанс 9-1. Restricted. Так, давайте посмотрим. Социум. Взаимодействовать. Сложность вербовки 68. Нормально, завербуем. Камешки понес. Затмение прошло. Ура! Полетели. Солнышко, солнышко, солнышко. У нас здесь хавка пропала, наверное. Внутри плюс 20. Нет, еще успеваем. Еще успеваем. Ну, давай, генери, 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 давай. Ну, ясно же, а. Вечер, 21 час. Ладно. Хорошо. Что хорошо, но на самом деле плохо. Спим. Спим, и на этом, наверное, будем заканчивать. 2 часа ночи. Сколько у нас тут медикаментов? 21, 25, отлично. А, вот же ему посмотреть. Вспышка звезды и атака. Кто атакует? Враждебные пираты из дымчатой. Перейти к месту. Опа! Где они тут? Ага, я понял. А вспышка звезды, произошла звездная вспышка. Интенсивное излучение вывело из строя все около суток. Твою ж. Не одно так. Так другое. Хорошо, здесь 14, а сколько здесь? Внутри 16, да? То есть как бы все равно в подвале не так и холодно. Загнила моя курка. В обнимку варк спит с куском железа. А, нет, генерят. Генерят электричество, ура! Только все приборы все равно в заднице. Топливный генератор. А толку тебя-то все равно не, ничего не это самое. Ветрячок. Вот я хотел ветрячок поставить вот сюда. Вот мы можем даже вот один так, а второй так. Так, и посмотрим сейчас, где эти уродцы. Их двое? Двое. Начинают штурм. Ну, начинайте. Побежали, побежали, побежали. А куда побегу я? А я побегу... Так, стрелок. Во-первых, всех к бою. Во-вторых, стрелок. Вот, ага. Тогда за дерево, пожалуйста. А как, нельзя? Тут два дерева, да? Хорошо. Тогда вот сюда. Кулинар.
за углом тут так и стоишь. Пашку вот сюда пускай. И ждем. Дождались. Стрелок, стреляй. Паша, стреляй. Пяу, пяу, пяу. А это с чем у нас? Тоже с пистолетом. Ты посмотри, какие они, а. А ну-ка давай ближний бой. Бау, мимо, бау, мимо. Бабам попал. Дув-дув. Дув. Пашка, стреляй сюда. И этот стреляй сюда. Тут уже пофиг. Тут сейчас мы ввалим его. О, я же сказал, ввалим. И тут сейчас ввалим. Ой. Потеря крови. Слабая. Стрелок. Сюда бегом. Все. Так, отбились. Р сняли. И быстренько. Паша. На тебя вся надежда. Так какой экипировать пистолет? Ну, помогите. Захватить лотус Хербалист. Это и это может сделать. Этот мертвый? Мертв уже менее суток. Так, хорошо. А, кулинар. Вот и пошло. Счастье. Захватить. Ага, кровати нету, да? Ладно, сделаем сейчас. Чё, проблема что ли? Спальных мешков накидать не проблема. Так, Паша, надо помочь. Убрать рвота. Стивен, ты что такое? Ладно. А, блин, это... Так, давай ты тогда, кулинар, ложись. А Паша, иди сюда. Так, куда ты ломанулась, ну? Вот оно тебе надо, а? Ты сама, блин. Полная задница. Вот как это отменить? Вот так это отменить. Вот так. Да что ты будешь делать? Ну ты посмотри. Вот как убрать, чтобы они вообще не делали этого? Вот так получается, да? Да, вот так. Спать. Это ресерчит. Этот давай неси. И потом оказать помощь будет. Давай. Смерть питомца. Дай фиг с ним. Нужно лечение, я знаю. Так. Вот так. Давай, давай, давай. Не. Неудачно. Да что ж ты будешь делать? Сейчас мы его всех потеряем. Пулевой. Ага, все убрал, по-моему. Супер. Кровотечений нету, просто лечится. А, нормально, все, тогда окей. Плохое настроение, белка один разорван, атакована гризли, дай бог с ними, конечно. У кого плохое настроение? У Паши, ну еще бы. Все, давай, так, стоп, исследование, еще чуть-чуть. Давайте добьем и закончим на сегодня. Почему я не могу быстрее сделать? Вот, могу. Паша сидит, втыкает. Так, аж каменные столы, из которых кусков породы может создать пригодные для каменные блоки исследований. И мы сделаем с вами следующим мы сделаем.
черт его знает. Ну, ковка, наверное. Да, металлические инструменты и оборудование. Нам это надо. А на сегодня мы закончим. Все. То есть туго у нас идет. Туго, но это наше все. Всем пока. С вами был Game Dragon.